Анонимное сообщение о заминировании поступило на номер 102 около полудня. Звонивший сообщил, что взрывчатка заложена в трех админзданиях города. Следственно-оперативные группы, кинологи, эксперты-криминалисты и взрывотехники, сообщают Главному управлению МВД в Харьковской области, выехали сразу на несколько адресов. Сегодня бомбу искали в трех судах Харьковской области – апелляционном, административном, апелляционном, хозяйственном, а также в районном суде в селе Покатиловка. Возле зданий толпятся люди, пришедшие на судебные заседания, а также сотрудники судов. Когда подошел, сотрудники милиции сказали, что, возможно, суд заминирован и временно он не работает. Поэтому пока что все ждут решения, что будет дальше. Никто ничего не скажет. Милиция, дороги перекрыты, там, не знаю. И сколько вы здесь уже стоите? Хвилин 40. Для того, чтобы проверить все здания, правоохранителям понадобилось довольно много времени. Как сообщили новостям АТН, в Главном управлении МВД в Харьковской области взрывчатку правоохранители традиционно так и не обнаружили. Шутнику, который сообщил о ложном заминировании, грозит тюремный срок в виде лишения свободы от 2 до 6 лет. Лариса Говина, Александр Проценко, агентство телевидения «Новости».